Всем привет, дорогие подписчики. Мы находимся в Питере. Угадайте, как называется этот собор? Потому что я сама не знаю. У нас очень замечательная экскурсия. Мы все замерзли. У меня с собой очень важный атрибут. Без Питер, без вот этого атрибута, без зонтика никогда не приезжайте. Тут круглый год. Дождь. Сейчас мы идем к нашему автобусу. Используй его как микрофон. Потому что мы замерзли, как собаки. Мы заходили, значит, в одну лавочку. Мы заходили в лавочку, там погрелись, чай, кофе, потанцуем. Кто-то купил там зефирки по двойной цене, вы представляете? Мы купили, значит, на московском вокзале зефирки за 250 рублей, а там в этом магазинчике за целых 500. Вы понимаете, сколько? 200, два раза на цену, 250 рублей. Так, а сейчас мы находимся около, как называется, что? Люк. Около канализационного люка, где истекает вода. Должна. Коп-коп-коп. Вот, стекает, значит, дальше идет. Её раньше отсасывали насосом. Самое важное, это памятник. Я забыла, как называется этот памятник. Извините. Эта площадь называется... Мы не помним. Кронштадт. Якорь какой-то там. Якорь, да. Якорная, что ли, площадь какая-то. Потому что тут нарисован якорь. Если вы зайдете по ступенькам вверх, увидите, там нарисован якорь. Морской какой-то якорь. Вот, нам так, по крайней мере, объясняли. Дальше. Так, уже минута 37. Ага. Мы сейчас все-таки дойдем до нашего автобуса и погреемся. Светлана очень устала держать телефон. У меня рука отмерзает. Так, я забыла, как называется вот этот памятник. Да что ж ты все забыла-то? Прикольный какой-то. Ну, ладно, пока что мы отключаемся. Наша прямая трансляция переходит по-поп-поп на теплоход. Какой же хочешь?